Мясо утки, калорийность и БЖУ. Чтобы определить пользу продукта, предварительно нужно изучить его состав. В сотый год мясо утки содержится пользу мяса утки для организма. Чтобы в полной мере определить, чем полезно мясо утки, необходимо после рассмотрения его химического состава, разобрать, что он несет для организма человека. Итак, в составе мяса содержатся витамины группы. Они ускоряют обмен веществ, нормализуют работу нервной системы. Жирные кислоты омега-3 и омега-6. Они необходимы для правильной работы сердца и сосудов. Холин и бетаин обеспечивают жировой обмен и помогают регенерировать клетки. Витамина, которого больше всего именно в этом виде мяса, поддерживает красоту и молодость кожи, защищает от инфекции и неблагоприятного влияния экологии, а также улучшает зрение. Железо нормализует уровень гемоглобина в крови и улучшает питание клеток. Этот компонент позволяет витаминам лучше усваиваться организмом. Мясо утки обязательно должно присутствовать в рационе людей, у которых есть проблемы с нервной системой или же страдающих анемией. Ценность мяса утки для мужчин велика, ведь его употребляют, чтобы повысить потенцию. Учитывая, что в составе содержится большое количество белка, мясо утки необходимо тем, кто регулярно занимается спортом или же получает большие умственные нагрузки. Если нужно повысить иммунную систему, обязательно употребляйте этот продукт. Продукт полезен для беременных женщин, так как в нем содержится протеин и белок животного происхождения, который легко усваивается. В составе мяса содержится ниацин, выводящий из организма низкой плотности липопротеиды. Обязательно вводить этот продукт в рацион людям, страдающим от ожирения, остеопороза и злокачественных опухолей употребления. Утиного жира позволяет вывести из организма канцерогенные вещества. Поэтому мясо утки нужно людям, у которых повышенное содержание холестерина в крови. Вред мяса утки для организма человека. Естественным противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта. Также следует его избегать больным сахарным диабетом Т. В составе мяса много холестерина. При частом употреблении можно спровоцировать закупорку сосудов, повышение сахара в крови, проблемы с сердцем. Не рекомендуется употреблять мясо утку людям, у которых есть проблемы с печенью или поджелудочной железой. Это связано с тем, что в ней содержатся тугоплавкие жиры, которые плохо усваиваются при проблемах ЖКТ. Давать мясо утки можно детям, которым исполнилось 3 года. В маленьком возрасте у детей еще не сформирована полностью пищеварительная система. Поэтому продукт будет плохо перевариваться и провоцировать проблемы с ЖКТ. Если у ребенка есть предрасположенность к ожирению, не рекомендуется давать ему жирное мясо утки. Остановите свой выбор на низкокалорийном бульоне. Сколько мяса утки можно в сутки мужчинам, женщинам, детям? Суточная норма мяса утки зависит от пола и индивидуальных особенностей человека. Женщинам можно употреблять не более 200 грамм утиного мяса в сутки. Мужчинам можно потреблять не более 220 грамм продуктов в сутки. Чтобы не спровоцировать ожирение, следует отказаться от дополнительных жиров, содержащихся в других продуктах. Детям – не более 80 грамм продукта. Применение мяса утки в кулинарии – утиное мясо универсальное. Его можно жарить на сковороде или на гриле, мясо утки в духовке получается очень нежным, можно даже готовить на пару. Некоторые хозяйки засаливают, консервируют и вялят утиное мясо. Большинство людей предпочитают запекать тушку с яблоками. Сейчас же можно найти большое количество разнообразных рецептов, подходящих к любому поводу. Чтобы дополнить вкус готового блюда, можно его сочетать с соусами, овощами, крупами или даже фруктами. Довольно часто готовят блюда из потрохов утки. Самым известным считается фуагра. Жир, оставшийся от утки, можно применять для приготовления других блюд. Основные правила приготовления мяса утки в домашних условиях. Большинство людей смущает, что утиное мясо очень жесткое. Однако если его правильно приготовить, этого недостатка можно избежать. Есть несколько основных рекомендаций по приготовлению. Если у вас есть замороженная утка, предварительно ее нужно разморозить. Для этого сначала оставьте ее в холодильнике на 24 часа, а после храните при комнатной температуре до полной разморозки. Предварительно удалите жир. Для этого тушку ставят на водяную баню на 30 минут, благодаря чему весь жир растопится. Некоторые хозяйки предпочитают сделать в жире проколы острым предметом. В процессе приготовления весь жир расплавится.
Не забудьте положить тушку немного выше нижнего слоя, чтобы жир собирался не в емкости, где будет готовиться основное блюдо. Иначе испортится вкус. Для образования красивой корочки на утке, прежде чем отправить ее в духовку запекаться, окуните его на несколько секунд в кипяток. Главное, чтобы вода не проникла внутрь мяса. Когда будете фаршировать утку, наполняйте ее не полностью. Нужно оставить немного места, чтобы начинка могла набухнуть и полноценно раскрыться. В качестве специй для утки используйте сушеные или свежие травы, базилик, петрушку. Чтобы после жарки мясо было сочным, постоянно поливайте его жиром, скапливающимся в сковороде. Также можно предварительно натереть его солью и поставить в холодильник на 24 часа. Для получения вкусной утки, готовьте ее поэтапно. Сначала запекайте 10 минут при плюс 240 градусов. После убавьте температуру до плюс 200 градусов и готовьте еще 10 минут. До полной готовности утку нужно готовить при плюс 180 градусов. Не забывайте каждые 10 минут обдавать мясо жиром и с интервалом 20 минут переворачивать его. Особенности выбора и хранения мяса утки. Если вы хотите купить свежее мясо утки, обращайте внимание на такие нюансы: наличие желтоватой кожи и жира, выделяющегося под хвостом. Если тушка блестящая, значит она свежая. Смотрите на оттенок мяса. У свежего продукта оно должно быть ярко-красным. Упругость. Нажмите сильно на тушку пальцем. Если ямка спружинила и вернулась в прежнее состояние, значит продукт свежий. В ином случае откажитесь от покупки. Выбирайте достаточно крупной тушки, но не огромной, чтобы блюдо получилось сочным, с приятным вкусом. Слишком массивные утки могут быть наколоты гормонами, поэтому тщательно осмотрите все варианты, прежде чем совершать покупку. Смотрите на внешние характеристики. Вкусное блюдо получается из молодых птиц. У них должны быть небольшой мягкий клюв, ярко-желтые лапки. Жир должен быть светлым. Чем он темнее, тем больше возраст утки. Хранение мяса утки должно осуществляться в холодильнике или в морозильной камере. В обычной камере продукт будет храниться при температуре от 0 градусов до минус 4 градусов. Срок хранения 3 суток. При температуре от минус 15 градусов мясо будет сохранять свои свойства в течение 3 месяцев. Чтобы продукт хранился около года, потребуется температура около минус 25 градусов. Мясо утки, отзывы Павел, 38 лет, предпочитаю готовить запеченную утку. Понемногу поливаю ее жиром, и получается вкусное и сочное блюдо. После употребления такого блюда нет чувства тяжести в желудке, и уже через несколько часов ощущается облегчение. Маргарита, 28 лет, если выбрать между курицей и уткой, отдаю предпочтение второму варианту. Из утиного мяса получается более сытное блюдо, что положительно отражается на моей фигуре. Люблю готовить из него не только бульоны, но и подливу. Заметила, что после употребления блюд из утки у меня улучшается настроение и налаживается сон. Ксения, 43 года, сдавала анализы, и они показали, что у меня малокровие и недостаток гемоглобина. Врач прописан кушать запеченную утку и готовить из нее бульоны. Буквально через месяц регулярного употребления, когда пришло время сдать снова анализы, они казали, что все наладилось. Теперь же мясо утки всегда есть в холодильнике для поддержания состояния здоровья. Как видите, мясо утки обладает не только полезными свойствами, но и может причинить вред организму. Следите за своим самочувствием. Если после употребления мяса утки вы чувствуете дискомфорт, исключите его из своего рациона. Также мы расскажем о пользе.